предприятию изволили жаловать интерьер храма мозаичный. 5 сентября 1857 года были сочтены и заложены первые камни храма. Под закладные блоки положили медали за защиту Севастополя и память войны 1853 года-1856. В августе 1861 года на Братском кладбище прибыл император Александр II с императрицей Марией Александровной и младшими детьми Павлом, Сергием, Алексеем и Марией. В 1870 году все строительные и отделочные работы были завершены, и присутствие генерала-адмирала великого князя Константина Николаевича, младшего брата Александра II, Свято-Никольский храм, памятник был освящен. В сентябре 1854 года по указанию вице-адмирала Корнилова было определено место захоронения воина, оборонявшего Севастополь. Первое название захоронения участников обороны Севастополя продолжали производиться по специальному разрешению императора. В конце октября 1855 года, оплакивая десятки тысяч павших за веру царя и отчества, отечества героев, здесь молился император Александр II. Воинское братское кладбище не имеет аналога в мире и является образом кладбищенской архитектуры и ландшафтом паркового ансамбля. А в настоящее время сохранилось 116 индивидуальных могил и 472 братских захоронения. Как-то вот так. Надо покреститься и заходить. А в плане кушать-то это нормально на кладбище, нет? Наверное, нет. Ну да, сейчас закину чуть-чуть. Мы подойдем, почитаем. Вот это где плиты лежат, это ж, наверное, могилка. Ну, полагаю, скорее всего, что да. Контр-адмирал Василий Егорович Лазарев. Начавший с 5 сентября 1882 года, на 62-м году жизни. Видишь, как бы раньше не ставили дат там рождения и гибели. Ставят как бы вот именно, когда начался, когда именно, в каком году, и что 62 года жизни. Просто отсчитывай сам, что в 1820 году он родился. Тут, наверное, таких родни, таких, которые были у звания, которые там звучали имена с фамилиями. Могу прочитать тут. Братская, братская могила написана, да? Ну да, видно общая. Да, большая общая. Мне так было ее узнавать. А тут на нее нельзя ходить? Нет, ну я полагаю, что скорее всего можно. То есть нельзя. Почему искосили-то, наверное, скорее всего, чтобы можно было. Что-то написано Василия Ивановича. Командир, Галанин. Командир кон, Евстафий, контр-адмирал Валерий Иванович Галанин. И стоят буквы, именно окончание фамилии, с твердым знаком. Умер 23 мая 1815 года. Представляешь, какое? Это уже два столетия. Если посчитать, в среднем человек жил по 80 лет, ну, грубо говоря, так вот как бы. Тут тоже же буква постерлись. Это считает три жизни. Пущин. Наверное, он не один. Кондрат. Иван Карп. Тут плохо уже видно. Доблесть погибших в бою во время что-то за... Нет, не пойму, я тут мало что. 1914. Кочегар какой-то второй, что второе столетие, там Никифер, там такой. Матросов.
Ну, такое все наскрябано, выбито, но вот, не видно. Тут тоже братские могилы, 100%. Ну, там вот еще было бы интересно посмотреть. Те, вот те, вот старые эти? Да. Ну, пойдем. Защищали нашу родину, а то есть Севастополь, в частности Севастополь, раз погибли здесь на этой земле, погибли именно за этот полуостров. Как пойдем? Вот может так по светлому пойдем? Джили, эти камни здесь лежат по это. Все, конечно, хорошо, но шприцы еще валяются. Это вообще ужас. Безбожники. Да. Сколько горя эта война это принесла. Человек жил, жил, не хотел ничего, как бы, в принципе, казалось бы, чего, жили, мы не как бы, претендовали, да, на какие-то чужие земли, как бы, сами себе жили, жили. Это видно совсем уже старое. Тут даже видно, цементом промазывали швы, но здесь уже, это уже настолько все старое. Раньше может глазами этим видел надписи, да? Поэтому здесь вот была надпись сама по себе, я вижу. Сделали бы надпись, да, такую же. Современные. Хотя бы способы бы хотя бы установили тут, тут те надписи, да и все. Больше делать ничего не надо. Я думаю, стояла, скорее всего, да. Просто какая-то стела стоит, как бы, видимо, захоронение, и все. Что-то здесь было. Ну просто видишь, на камне накорябано было. Уже все это с временем сошло. Там если где-то еще краска, и да, заполняли такое. Да, хотя вот такая как бы ценность такая культурная, да, казалось бы. Но и в то же время, как бы, это же захоронение как-никак. Привести бы что-то делать такой божеский вид. С другой стороны, как ты будешь его какой-то ремонт производить, да? Вот. На кладбище. На кладбище, да. Нет, но это можно было поставить, забетонировать как бы хорошенько, чтобы ровно стояло хотя бы для начала. Братское захоронение тоже. Могила написано. Братская могила. На чем? А тут оно кругом, Ленка, все. Тут мы ходим по могилам, прям поверху. Здесь это не такого, что какая-то там стоит там ограда. Здесь яму вырывали и людей складывали, да и все. Вот тоже камень в виде гроба, да? Ну да, да, да. Это же не склеп никакой. Да нет. Да там все будут такие же, эти склепы, скорбно. Вот там просто цветочки, да, положены? Нет, там какая-то, как это сделано, это, наверное, клумбочка небольшая. Там тюльпаны растут, я вижу, и все.
Там нет такого ничего. Ну да, здесь кому чем-то заниматься, надо как-то финансировать, правильно? А человек, который, допустим, ему деньги не платят за работу, что он здесь придет, будет делать, что? Нет, конечно. Купить цемент, купить арматуру, хотя бы то же самое, сварочный аппарат. Сделаю эту основу для бетона, забетонирую все это. И потом с кем-то надо ставить это все наверх. Опять же, надо техника какая-то хотя бы. Братская могила. Здесь видишь, видит, как вот царского, да, там, да, как, царского, как ордена, да, 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 да. Вот именно от тех времен такие вот было именно. Вот центр круга. Раз, два, три, четыре лепесточка. 1800 каких-то захоронений. Очень старое все, очень старое. Так, будь здоровая. Братская могила написана. Братская могила. Короче, весь холм засеян этим. Ну, покойными. Весь холм. Хотя бы дерево постригли. Что такое оно растет? Поручик Камчатского, егерского полка. Александр, что это, Владимирович, мясо... Еду. Какой? Мясоеду. Разве мясоеду? Мясо... А, ну да, едово. Что-то 1900... Какой-то год он, 27-го, что-то... Мая 1855 года. Ну да, это завершение. 855-го. Это видно, уже доделали, потому что камень видишь уже. Камень такой. Этот как он, мрамор? Ну, видимо, да. Я в них не разбираюсь, честно сказать. Ну, внизу тут вот, которое все вот в этом вот старое, но с того времени, мне кажется, еще. Так, дальше куда? Вот так пойдем? Или там хочешь походить? Тут еще умудряется народ бухать, приходить. Да пошли так, да. На средства кого? Владимирской области. Ничего себе, Владимир поучаствовал. Остальным дела не было. Какие-то там нашлись меценаты.
Мне кажется, люди, которые занимались этими фронтовыми всякими там поисками своих там этих имен, ну и фамилий, и родственников. Где-то, может быть, нашли здесь это, что своих, да, это занимались этим всем восстановлением. Тут, наверное, уже хранили таких людей. Ну, имеется в виду каких-нибудь там. Да, командиру там полка, может, каких-то. В их общую кучу ложили. Скоро праздник, День Победы. Да, будем здесь праздновать. Что, прямо здесь? Нет, пошли на тротуар, в смысле, нормально. Вот там какой-то крест стоит, пойдем посмотрим. Прям даже к нему сделали отдельный, видишь, тротуар. Сюда вот. Командир Волынского пехотного полка Михаил Иванович Лужков умер 11 мая 1855 года от раны, полученной 1 апреля. Целый месяц жил, 11 дней. 10. 1 апреля и 11 мая. Это, ну, считай, почти месяц и 10 дней. Раньше какие войны были-то? На шпаге, знаете, да? И да? По одному выстрелу было это вот ружье, которое зарядное было, это зарядное. Там тоже вдали везде братские могилы стоят, стеллы. Ничего здесь какая, смотри. Хер, так, что-то инсоты, дер генерал-майор Александр фон Адлерберт Цебден, 5 октября 1806 года. Есть статья какая-то, 43-я. Ворхте дич них ден ай хабе дих эрлосет ихен из хабе дих бей деймен майнхен да геруфен ду бист майн und dessen Sohn Linker Nikolai von Adlerberg сентябрь, день что 19 апреля 1837 года. Вот Леремей 31.31 Айс Хабадиш Эн Унт Эй Цилибит Ларнтен Хабен Дихт Зумир Гезоген Аус Лаутер Гуты Бей де Гербинд Бей Севастополь день 10 мая 1855 года. Что скажешь? Вообще ничего не понял. Потому что я хоть изучал немецкий, но у нас такого не было. Какой-то Александр Ленка. Это просто, скорее всего, может быть, какой-то русский был, может быть. Или хотя не знаю даже. Какой-то, может, немец, житель Германии, скорее всего, но это, мне кажется, они ему сделали вот эту вот такую плиту. Руда.
Рудановский, Александр Рудановский. Полковник. Минского пехотного полка, подполковник Александр Рудановский. Тоже в 55-м году умер. Умер тоже от раны в 1855 году. Были страшные бои, видимо, в это время, в 55-м году. В 56-м там, да, было написано, что 55-й. А, где? Закончилось, да, в 56-м все здесь. Ну, почитать, кто там нападал. В историю имеешь в виду вообще? Да. Ну да. Безграмотно. Я тоже хотел сказать сейчас на камеру, но не стал. Потому что, мне кажется, это, скорее всего, французы какие-то там наступали. Французы, итальянцы, испанцы эти надо. Это потому, что это же было как бы захват же, как бы, ну, как колониальное, это еще время было такое еще, все это вот. Бородинская битва, это когда она была? 861-м? А, ой, или которая спросила мне. Это кладбище именно старое. Помимо здесь захоронений, которые были военные, имеется в виду, военные, отечественные, 45-го года. Да нет, здесь нет. Старое, здесь еще вон каких лет еще было. 855-й и туда. Потому что глубже. Вот тут ты задрал, да. Потому что, скорее всего, это... Кто тогда тоже говорил, что типа это... Что захоронения большие воинские, это на этом какого, там курганом, там на Мамаеве, там еще где-то там такое все. Муромского полка капитан Куницкий убит 26 мая 1855 года на Волынском редуть. Волынском редуть. Войны, 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 что все воюет-то, что все делится. Крымская война. А что именно? Крымская, 53-56. С кем, Ленка? Война между Российской империей и коалицией в составе британской, французской, Османской империи и Сардинского королевства с другой. Боевые действия разворачивались на Кавказе, в Дунайских княжествах, на Балтийском, Черном, Азовском, Белом и Баренцевых морях, а также на Камчатке и Курилах. Наибольшее напряжение они достигли в Крыму. Видишь, как за Крым то бились-то. Четвертого саперного батальона полпоручик Алалыкин убит 27 августа 1855 года. Из первого флотского экипажа лейтенант Михаил Леонтьевич. Гамеистер какой-то. Убит. Понятно. Убит так 27 августа 1855 года. Тагемистов.
смерти Николая I началась эта война. Видимо, там были какие-то соглашения заключенные. А потом что-то пошло не так. Карл Турский, какой-то лейтенант фондер 14-го артикуля бригады, Фил Фурс, Ватерленд, Ден, католический, Ден 4 августа 1655 года, Эйви Со Лесик, Шлафест, Дунах, Манхем, Шверрем, Стант und Лейст, Нун, Да ин Суссер, Рулх, Ин, Денис, Хейленс, Хант. Это, короче, сделали коалицию они и что-то стали нападать на Россию, что им не понравилось. Наверное, как всегда, это нормальные. Все хотят владеть Россией, все хотят. Там самая большая как бы эта территория, как бы. Я причем что она такая разносторонняя, считаю от Сибири до самых все это широт всех этих центральной части России туда-сюда и тянется, считаю, вот на юга. Черниговский адмирал фельдмаршала графа Дибича, Забаланского полка поручик Иван Федорович Шнитников. Это добавили, наверное, уже свежее сейчас. Потому что время так не выводили буковки вон как. Обычный камень вытесывали, отбивали и все. Это было сейчас написали. Ну хоть написали, хотя бы было понятно, что еще кто там захоронен. Например. Полковник Егерского князя Варшавского графа Паскевича. Ереванского полка Николай Иванович Краевский. Умер 7 августа 1855 года. В общем, август месяц такой был. 55-й год вообще был такой, ну, кровавый. Кровавый. Вот, самые жесткие бои пришлись на Крым, видишь, пишут. Прапорщик Черняков. 28 апреля 1855 года. Вот считай, как бы тут наповальное с апреля месяц, апрель, да, и август. По август. Mm-hmm. Такие вот войны шли. Mm-hmm. Ну, даже mm-hmm. фотографии даже. 21 мая 1855 года в чину капитана 5-го кап батальона на 3 елитион, а, 30, нет, на 3-м бластион был ранен штуцерскую пулю в голову. Инженер-генерал Александр Иванович Российский. Что же? Хлиндер какой? 1800, по-моему. 20-й, по-моему, или 10-й, что-то, по-моему, 20-й. Апрель, что-то такое, скончался, умер. Это родился, наверное, в 1920-м, а здесь умер 1800, что-то там, 90 какой-то. Хотя вот же написано, 25 мая 55 года был ранен в голову. Ну, с чем ты фоткаешь? Мне кажется, это уже сейчас сделали. Там видно, что замазано этим вот клеем специально. Не, ну все равно хотя бы кто-то историю установил, мы хотя бы понимаем, что визуально вот такого человека, допустим, там был.
фотографии были доступны, с какого года эти фотографии. А, ты так, за это имеешь в виду? Дело, что вот есть его изображение в таком вот виде. Тут очень плохо видно, на самом деле. Очень плохо видно. Вот тут сразу видно, что тут выбивали. В то время, да, потому что вот написано Тобельского императорского выгонческого что-то такое князя Владимировича, наверное, отсвечиваясь, не вижу. Вот. Седьмой ранен, получил ранение германского, что-то там какого-то германского. Кончался июня месяца 85 года, полковник пехотного фельдмаршала фотографа Дибича Забалканского полка Александр Иванович Юникевич. Тут тоже что это? Контр-адмирал Михаил Николаевич Куманя. Конечно, тут тоже был контр-адмирал, мужчина какой был. Ух. Ох, будь здоров, правда. Самое главное, луна на небе, видишь? Ага, да. Да будет воля твоя. Видишь, что самый как бы сверху сделана крыша, а уже часть ее тоже пришлось, отвалилась. В августе 1851 года вот написано. Это что, он родился? Да, 19 декабря 1882 года. 51-го родился. Ну, как бы, считай, родился во время этого войны, когда шли вот этот вот период. 81-го уже умер? 89-го, я вижу, или двойка такая. 82-го. Считай, 30... Ну, 31, либо 30... Либо 38, если так вот. Стал контр-адмиралом, да, должности? Ну, да. Какой-то, наверное, был семейный, может быть, нет, там такой... Ну, такой был расход, что он могли повлиять, допустим, учился ребенок, допустим, где-то там с Мальцева уже вот там военным. Ну и двигали, естественно, его. Было влияние. Как и сейчас, то же самое. Можно отучиться, можно просто отучиться и иметь диплом. Больше ничего в жизни своей, кроме диплома. Здесь тоже общее захоронение. Здесь общее. Здесь общее. Красиво, конечно, все выбито. Мне кажется, современное. Там, да, наверное, да. И даже само это оформление тут вот сделано, все то же самое. Под мрамор. Тут уже станок как бы работал уже. Использовали? Скорее всего, да, наверное, уже после войны. Здесь, наверное, самый максимум, что здесь стояло, наверное, обычные кресты деревянные, которые сгнили давно уже, и, собственно, ничего и не было. По факту. При обороне Севастополя командира парохода Херсонес 349 номер больше. А, вице-адмирал Иван Григорьевич, вот вверху написано. Руднев родился 5 января 1820 года, умер 25 декабря 1894. Интересный, да? Как пушка. Видишь, сделана как пушка. Пушка, да. Флота. Генерал-майор Михаил Иванович
Ставраки 1806 года, а умер в 92 году. Лишь после войны уже прошла война. Ну, это долго у человека уже жил-то, 80, считай, 6 лет. Это, видимо, после уже в возрасте, как похоронили его на кладбище среди своих военных, потому что он всю жизнь, наверное, отдал, да, имеется в виду. Находился при обороне Севастополя тоже. С 13 сентября 1854 года по 27-го. Александр Петрович Спицын, 1810, 24 марта, скончался 1888, 30 июня. Марте такая стала, вон высокая. Контр-адмирал Федоров Федорович Нарбут из дворян Тверской губернии. Родился в 1831 году, скончался 18 апреля 1897 года. Такой дедушка в очечках. Ну, вот в то время такой-то ассоциация была только с таким внешним видом. Тоже такой склеп интересный. Строению отсюда. Здесь покоится прах контр-адмирала Ивана Матвеевича Манто. Родился в 1930-м, 24 декабря, умер в 1902 году. Покойся в мире, праведная душа. Тут тоже, видишь, он постамент какой-то был же, постамент же здесь, как бы, ну, вообще, вот, а ничего такого от него не осталось. Просто ничего не осталось. Наверное, крест вот каменный вот стоял, вот место было ему, кресту. И все, этим как бы все и закончилось. Пойдем ли как тем, думаю, подойдем там наверху и, наверное, пойдем уже саму туда, церквушку. Даже вон бухта отсюда видна. Чуть-чуть. Видишь, вон бухта. Краны это и море. Хорошо, шапка. Сейчас бы кожу бы содрал бы на голове. И было бы ай-яй-яй. Тоже какой-то, наверное, всех 1800 какого-то. Кстати, там была фотография, вон наверху, смотри, еще, да, какой-то что-то. Капитан первого ранга Николай что-то Федорович Сырган. Скончался 1 мая 1899 года.
генерал-лейтенант Евгений Михайлович Бульмеринг. Родился 14 ноября 1833 года, скончался 4 ноября 1897. На черной реке, я читала там. Река? Так уже подмазали раствором, раз видно, что. От гонцы любящих детей Николая, Александра, Сергия, Михаила, Елены, Софии, Марии, дорогому отцу нашему Сергию Александровичу фон Риттер. Такие имена, конечно, как немецкие. Защитник Севастополя во войну 1857-55-56 года. Поручик и кавалер Киевского гусарного полка. Родился в 1928 году, 17 июля. Умер 1901 года, 20 сентября. Мир праху твоему, дорогой отец. О Боже, дай царствие небесное рабу твоему Сергию и прости его согрешения во веки веков. Аминь. Ну вот это никогда получается, уже перед революцией, да, вот он в 1901 году умер. Ну да. Первая революция была там в 1905-1907, где-то вот так вот, а вторая, это вот большая, когда поубивали, в 1917, да? Ну, я помню только 17-ю, то есть. 17-м, да, вот это вот, где они все пошили. И таки свергли. В первой же не свергли, царя? Да, царей. А во вторую все ж поубивали, и этих всех свергли. Так это ленинское было право, то же самое. А. Ленин крошил людей, что хотел, то и делал. Генерал-лейтенант Константин Ануфриевич Сильвергрович родился 8 июня 1936 года, скончался 2 июня 1902 года, ранен. Много тоже умерших в 1901-1902 именно. Ну да. Ну это время тоже такое царское это было, наверное. Во сражении на Черной и Федюхинах высотах 4 августа 1855 года. Ну там, наверное, все Ленка дальше делать. Да, это цементом мазали, видишь. А оно все равно раскрошится. Цемента фигня это все. Да нет, надо просто камень сделать, мрамор. И вон то же самое сделали. А это по штукатуре оно все отпадает, да что толку. Цемент, он всегда крошится. Генерал-майор Новиков Василий Николаевич. Даты не стоит никакой. Хотя бы просто уже понимать, что здесь. Генерал-майор. То есть такие здесь чины лежат. Штабс-капитан Томского полка Иван Константинович Трапезов. Защитник Севастополя. Ранен 1854-1855 года. Родился в 1835 году. То есть, в принципе, он недолго не жил. Считай. Долго пожил. Ну да, возможно. Такая кепочка. Подпоручик Екатеринбургского полка Георгиевской кавалерии. Николай Филимонович Брашанов. Родился 28 августа 1832 года. Скончался 15 июня 1908 года. Защитник Севастополя.
В общем, такой был ранен тоже. Плохо очень видно, на самом деле, поэтому читаем так вот невнятно. Ну что, вот так пойдем? Нет, ну а где же церковь? Там же. Там, там. Просто можно там пойти. Нет? Мне он там, мне он там понравилось, смотри, кустик какой он там, вот он. Там где, там это и розового, и желтого, и какого-то еще и другого цвета, такой трехцветный. Что-то. Свечки будем ставить тебе сколько? На здравие, одну за. За какое за здравие? Сейчас надо за здравие ставить. Тут к церкви Кладбищенская. Там еще одинаковая церковь есть вообще. Не знаю, я считаю, на этом. Всегда надо ставить, что тут одно. Нет, можно ставить о здравии в любой церкви толпой. А ты заметишь, что здесь птица? И не слышно нет, нифига. Нет. Потому что вот там как были вот у нас в нашем, там хотя бы что-то чирикало. А здесь только один сороки, только из реков я слышу. А сороки, как правило, приносят плохую же новую же. Потому как бы и вся бабушка гоняла. Их пошла. Сорока. Белобока. Вон там тоже какой-то серый какой-нибудь здоровый. Ага, да, серый, да? Вон там. Мы дошли, дойдем до него? Так пошли там, потом поднимемся туда мимо. Посмотрим. Да, здесь мы были с собой. Нет, здесь мы не были с собой. Капитан второго ранга Николай Иванович Костомаров. 22 ноября 1826 года. 9 апреля 1909 года командовал батареей своего имени впереди 4-го бастиона. Видишь, какие у него ордена? Надо восстанавливать, все крошится. Не такие большие деньги стоят. Владимир Плада. Платонович Одинцов, 22-1924, скончался 1900 года. Как Ивана? Нет, Абаза. Абаза Эраст Агеевич. И все. Какой-то, видимо, был композитор. Хотя он что написано, подожди. Нет, майор Житомирского полка Севастопольского что-то ранение ночь. Смертельно ранен в ночь 9 на 10 мая 1955 года. Ну видишь, как бы 1855, видно, то время, это вот 1855 год такой был, самый такой суровый, смертельный. Генерал-майор Моисею Сергеевич Торопов. 13 апреля 1910 года. Упокой, Господи, душу раба твоего. Капитан Иванович Яковлевич Ревуцкий родился 1903 года, а октября скончался 1910 сентября. Сентябрь-октябрь, получается. Прожил, сколько получается? 67, и здесь 10 лет, 77 лет. Угу. Тут даже положили конфетки, ничего себе. Полковник Дудников Иван Степанович при обороне Севастополя находился в третьем бастионе Ростиславского редута. Может, какие-то родственники положили? Одна или одна фамилия, как бы считающие, может быть, что. Тут было как... после Пасхи поминальное. Тут тоже вон цветочки лежат и конфетка лежит.
здесь просто нам община какой-то мемориал даст, стоит и все. Нет больше той любви, как если кто душу свою положит за другой, за другие свои, своя. Протоиерей Т. Василий Смирнов, кадровый военный священник Брянского, ничего себе, генерал-лейтенанта, князя Горчакова, егерского полка, умер от болезни и контузии 21 декабря 1855 года, перезахоронен 27 сентября 2005 года. Так значит, что его туда отвезли, на родину? Брянский же, это тоже, откуда я родом-то, тоже брянский. И это брянский тоже. Вот это, видимо, табличка, которая у него была, его родная. Брянская полка Василия Смирнова. Павшему за отечество священнику брянского полка Василию Смирнова. От благодарных жителей города Брянска, митрофорного протоиерея Георгия Полякова. Так он, оказывается, был священник, да, среди полка, да? Он не воевал. Ну, как бы, ну, вот, ну да. А с его контузли, получается, это как бы, собственно, и есть контузли. Перезахоронен, откуда-то привезли, скорее всего. Может, точно не из Брянска, а просто где-то в другом месте был. 54-55. Может, так пойдем? По тропинке там поднимемся вверху. Где-то. Так, вот туда. Не спеши. Не спеши, говорю. Даже, да, умудрялся тут бухать. Так, я смотрю, вот пиво было, водярка, водяра все лежит. И там везде по всем мусоркам только пиво да водка лежит. Пиво да водка. Сороки. Сороки летают. Тут тоже, видишь, какое-то же было захоронение. Тоже, видишь, какое-то, что-то лежит же. Лестница, межподъем был с церкви сюда, наверх. Тебе скидывать не побаливают? Да нет, побаливают. После качки той разболелась, ну, в принципе, на воздухе нормально. Тебя побаливает, да? У меня когда мы сюда зашли, вот он весь на виски давит. Так, не получилось там с собой срезать. Ага. Тогда давай сюда в гору пойдем. Там уж иначе мы сейчас с тобой. Растет. Нет, это заячья капуста. А, да? Вот ее заяц ест, ее заячья капуста. Ага. Многие это ее не сажают, хотя зря. Юля ест это, и эти кушают, как их, свиньи эти. Там нет, наверное, сюда парни, почему и пошли, не наверное. Мы так не дойдем. Пришли, она закрылась. Сейчас кругу, сколько нарежем с собой. Вот так, если так вот бегать по диагонали вдоль этих хребта этого всего. Так, сейчас находимся. Будет КМ приличного размера за сегодняшний день. Скажу, сколько можно себе. Пока 2,1 находили. Это вообще мало. Ничего. Это считай, только здесь мы свой прошли. Угу. И я дома, да, до автобуса все.
Конечно, как мне кажется, да, что здесь надо переделывать однозначно какие-то вложить как бы средства. Это история такого столетия, еще того времени, 1800 какого-то. Я считаю, что нужно сохранять такие вещи. Этим как бы гордиться, чтить как бы память погибшим, ну, да, тогда. Обязательно сохранять. Но просто хочется вот его сохранять в том виде, в каком как он оно месте. Было. Да, видишь, как ты его. Век новых технологий, новые станки, а то же самое оборудование. Взять тот же самый камень, к примеру, по фрагменту даже того, что сейчас как бы есть, хотя бы даже того, что сейчас есть, что-то сохранить. Касается этой вот истории, блин, господи мой, архивов, сколько полно всего прочего, кто там воевал, какие там были записи сделаны, ну, хотя бы по максимуму. И, в принципе, можно как бы, ну, однажды хотя бы сделать это раз, как бы там, в столетие заняться этим, на самом деле. Чтобы могли люди сюда сами приехать, допустим, почитать, и почитать это все, увидеть то же самое. Ведь, в принципе, если сделан приоритет сейчас Севастополю как курортному городу, как городу истории, военной славы, допустим, то же самое. Почему бы не сделать все вот это место именно с прибытия сюда туристов? То же самое, как и в Питере. Да, и есть же там история, значит, на самом как бы вот именно есть на этом. На другой там стороне то же самое, как называется, если забываю. Васильевский остров? Ну, Васильевский остров, да, этот. Туда надо ехать. Только днем. Ночью закрывается все. Там-то мы были, но я уже забыл все. Фух. Тут такой подъем такой высокий. Пошли, пошли, собаки, не знаю. Конечно, здесь надо будет быть собака. Тут ночью то же самое. Видишь, как хотят шприцы, да и это, да водка всякая валяется. И здесь, наверное, надо кому-то за этим смотреть. Смотри, как у якоря. Ну, это точно уже старый якорь. Однозначно. Старый ты еще. Старый, старый. Тут такие ржавчины, будь здоров, такие. Там на дне. Да ты что? А это, ну, вот эти наросты, да, так они не отпали. Ну, то, наверное, эти как коралловые, посмотри, там же даже на них видно, видно вот эти вот моллюски, видишь, как эти вот ракушки эти маленькие. И вон там вообще их много-много. Свечи? Зачем мне три штуки ленка? Да? Мне одну и купите, но за упакую и все. А, здравия. Не будешь ставить? Как? По здравию. Не будешь поставить? Ну давай просто. Давай, давай две тогда. Сейчас подождите. Сейчас подождите.
Так, плюс 79, 78, 76, 95, 825. Вера Александровна. Я уже выключила. 79, 78, 76. 95-825. Вера Александровна. Что, Вера Александровна, я иду. Да подождите, подождите минуточку, она бежит. Не бежит, иду. Подождите. Здрасте. Минуточку. Здравствуйте. Откуда-то звонят по поводу гостиницы? Алло. Борис, я вас слышу. Я вас слушаю. Это серебро, да? Да, все серебро. Плюс 7, да, 978, 76, 95, 825. Давайте мы просто по телефону, я сейчас церковь на лавке, здесь люди, я не смогу с вами говорить. Вы мне сбросьте на мой телефон мобильный, просто чтобы высветился ваш телефон. Я на ваш посмотри. Телефон брошу электронную почту нашу. Вот, по электронной почте мне напишите письмо, я вам всю информацию напишу. Просто орлечки. Очень хорошо. Да. По телефону, понимаете, свидание, да? Это все, серебро с позолотой. Там есть какие размеры? Конечно, так вам вот это доставать? Да, вот эти вот. Вы знаете, я тоже не умела, но научилась. Там внутри написано «Стасийская». Да. Ну-ка, пальчик свой. Сбросьте мне на мой номер телефона. Вот у нас самый маленький приказ. Я вам на вашу электронную почту сброшу всю информацию. И у вас там будет информация. А вы мне потом напечатаете. Маловато. Не-не-не. Сейчас же рупорец распухнет. Не-не-не, как раз. А зимой будет как уже. Как раз. Худовато. В июле самое. Ты тебе немного попробуй. Не меньше? Поменьше, мне кажется. Поменьше. Нет. Так тебе маленькая вата или большая вата? Маленькая вата. И не поздно. Я почему говорю, что долго? Я не могу звонить. Подойдите сюда. Вот, хорошо. Сбросьте на мой номер телефон, свою электронную, я вам все покажу. Хорошо. И условия напишу все. Хорошо. Как вас зовут? Ирина. А меня Ирина Александровна. Ну все, хорошо, Ирина. Ирина Николаевна. Хорошо. Хорошо. Всего вам доброго. До свидания. Давайте то побольше еще раз поменяем. Больше? Сейчас все разобрали. Девчонка, слушаю. Вот это. Разрешите? Ну да. А это оно не обручальное? Спаси и сохрани. Можете носить как обручальное. Смущает цвет желтый. Ярко-желтый. Не золото. Это золото. И очень хорошего качества. Это очень хорошее золото. Золото есть 900 пробок и 700. Это самое высокое качество золота. 500 красное, а 700 и 900 желтого цвета. Вот такого, да? Да. Так, ну и подумаем. Подумайте, спасибо. Приходите. Спасибо. Приходите. Вот, который давай по 10 рублей возьмем, да, все. 13 количество. Ну, давай 2. Давайте нам, пожалуйста, 5 свечек. 3. 5 свечек. Тогда 6. 6 вот таких вот, пожалуйста. 6 по 15? Да. 90 рублей. Я буду у вас 1000. Ну, давай я дам, блин, по мелкие. Не надо. А вот это хорошо, если вы дадите. Ну, ладно. Ну, давайте. Она хочет сделать размен, я так понял. Сколько денег давать?
100 рублей. А я вам 10. Цветные берете вот такие купюры? Раз, два, три, четыре, пять. У меня вот так вот. Две. А, хорошо. Все, Бог помощь. Да, спасибо. Бог помощь. Приходите. Как надумаете, приходите. А в церковь можно ставить, да, как бы за, да, конечно, за здравие? Конечно, здравие. Я здравие, упокоение, конечно. А вот это что такое? А это лада. Очень хорошего качества, 90 рублей. А что с ним делать? Такой, что с ним делать? Можно дома в уголочке поставить, там, где иконочки. Можно, как батюшка сходит в храме, освещает его с ладаном, так и вы с молитвой, с отчинаешь. Вам подойти не надо. Спасибо. Спасибо. Там не пойдем носом водить. Пошли вот так пойдем. После церкви, да? Да, лучше сейчас круг сделаем какой-то такой ознакомительный, а потом мы уже пойдем в церковь уже. Сюда там? Да вот просто сейчас просто зайти хотя бы посмотреть, что здесь есть какой там. Тоже это какое-то здание прям старое, да. Прям видно, что старенькое, старое. Козы? Не, ну значит, если как бы живность, она как бы есть, ее тоже тут держит, она кормится. Скорее всего, будут восстанавливать. Ну, хотя не знаю, конечно, по этим вот можно было, вон даже видишь это, подвальное помещение какое-то внизу. И эти, видишь, как оформление здесь такое расписано. Старый какой-то вот деревянный комод такой. Комод, леса, вот стоит то же самое. Видимо, тогда еще только начали делать. Что-то приостановилось. Но хотя вот цемент еще лежит здесь. За гражданчики. Наверное, делать начали в то время. Это в наше время начали делать. И видно, оно как-то тут кем-то завершилось, да, на какой-то стадии. Да, скорее всего, именно это была сторона. Потому что вот даже перила, они вон старые, все потресканные. Мне кажется, на этом месте раньше как-то стояла другая часовня, ну, старая. И решили как бы ее под это... Блин, куда? Ты. А нет, тут полно. Посмотрели. Тут можно там, когда эта фотография была с интернета, это, тут площадь такая, ху-ху, ходи. Ну тут сейчас не будем ходить-то. Тут уже крест какой-то стоит здоровенный. Угу. Это металлический. Наверное, заезд еще где-то оттуда есть. Скорее всего. А вот там вот жилой дом, смотри, то же самое, видишь? Двухэтажный сделано. А, на служащие работники здесь какие-то то же самое. Церковные работники то же самое. Думаешь, нет, тут не ходили, это другая страна. Там дальше еще много-много ходить-то.
Анатолий Максимович, это... А, ну это уже частное уже, это уже частное, это уже не это, не военное место. Там военная часть, сторона, то есть. Это уже современное. Да нет, это обычное кладбище, вот такое. Обычные, вон обычные самые, там стоят старые тоже. Здесь, наверное, денег стоит, наверное, место. Обычные. Там же навесы какие-то, видишь, сделаны, платформу, там вообще ограждено, как сделано. Там даже освещается, вон даже стоит фонарь с видеокамеры. Угу. Понимаешь, вон он, вон висит, да. На этом. Ну это эту часть, наверное, они так просматривают. А вот ту нет, то ли мы, то там обычные, наверное. Обычные люди. Колечко захотелось, мне на самом деле не очень понравилось. Так а что, возьмешь ты его? Конечно. Просто ты 400 золота, серебро с золотом как-то дешево стоит. Очень дешево. Ну видишь, она говорит, проба 700. Ленька, тебе не кажется, надо просто идти в это... Вот так вот и туда вниз, все, больше никуда не пойдем. Наверх поднимемся, да? Пускай ты умер. Смелых и сильных духом всегда ты будешь жить примером, призывом гордым, к свободе. К свету. Отважным сыновьям отчизны, солдатам, матросам и офицерам, героически погибшим при защите Севастополя в 41-42 годах. Тоже он какой-то стоит такая мемориальная. И здесь какая-то. А, это вот тут тот как бы такой, как он. Я как раз персонаж, который, помнишь, в Севастополе, вон там это с женщиной такой замахивался такой, с гранатой такой. На картинках в школу, в детстве было, в школе там, ну, вот этих вот учебниках. Мужем морякам линкора новороссийских погибших при исполнении воинского долга 23 октября 1955 года. Это уже свежее, да, какое-то вообще. Это мирное время. Любовь к родине и верность военной присяги были для вас сильнее смерти. 1955 год. Почему они погибли? Не знаю. Новороссийск, линкор новороссийский. Новороссийский. Может, что-то там какие-то были эти нападения на нашу страну. Тогда еще через морякам. Хижняк Евгений Владимирович, матрос. Так, линкор новороссийский. 1935-35 года, 1955 годах. Город Краматорск. 20 лет прожил. И уже погиб. Старшим матрос крейсера Новороссийск. Соловьев Валентин Михайлович. 31-55 года. 19 лет. И вот какой-то еще был тоже мужчина. Ты думаешь, с усами? Нет, да, люди разные, то есть здесь. 54-й, 58-й год, 63-й год. Ну да. Да, ты смотри. Вон Курский тоже лежит. Курская. За Курск вон. Видишь, вот Волочков Михаил Александрович. Наверху написано. Курск. Современный. Ну да, это вот это вот. Да, 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 да. 1995. Ну это просто обычно, наверное. Не, хотя до 75 года родился. 1995 20 лет то же самое. Бондарчук Анатолий Юрьевич. Здесь такой покой, да, Ленка, и умиротворение вот здесь, да, именно вот здесь вот. Прям вот реально благодать, вот не знаю.
тихо, спокойно, вот ни ветра никакого, тишина. Птицы поют на самом деле. Там же не было птиц. Да. Ленка, будь здорова. Повернись, пожалуйста. Лен. Лен, повернись. Тридцать пятого родился, 1955-го погиб, скорее всего. 20 лет. 20 лет. Массовый героизм, мужество и верность воинскому долгу проявили экипаж линкора «Новороссийский-2», а и аварийные партии других кораблей. Б.А. Коржанин. Тайна гибели линкора «Новороссийск». Ну, тайна гибели Курска, как всегда. Наше государство скрывает всегда действительность. Поэтому нам приходится, людям обычным, самим доводить до ума эту историю, продолжение там событий. Ну и, соответственно, думать, что там было на самом деле. Хотя я считаю, надо озвучить всегда людям правду, доносить. Последний пример, пожалуйста, пожара Аксёра Кемерово. Догадайся сам. Люди жизни отдают за историю нашу, за родину, за территорию, за землю. Так, здесь уже обычное кладбище. Туда мы не пойдем. Туда мы не планировали и не хотим. Ленчик, можем мы с собой сейчас так двинемся по левой стороне? А ты думаешь, что тут не будет слева? А, нет, там я вижу, что... Не спеши, а тут все время в кадре. Будешь популярна. Нет, я не буду ничего резать. Пусть люди вживую видят все, что как мы сами, нашими глазами же то же самое посещение вот такого исторического места. Ну, история, может быть, не столько как бы историческая, столько, может быть, это того времени события. Ну, а здесь, собственно, сам мемориал, он вообще-то людей погибших захоронено. Не является местом историческим. Ну, а тоже на Ракурске эти. Ну да. Сыну, брату, мужу, отцу, воину на учении ФСФ Баренцевого моря необъяснимо беспомощно. Отечество утратило АПК РК.
АПРК «Курск» и 118 преданных защитников, обреченные. Они стояли за жизнь до последней секунды вздоха. Печальная память, сознание, свет. Родионов Михаил Олегович. 1973 года рождения, в 2000 году, 12.08, скоропостижно скончался. Двадцать семь лет, да, получается, человек прожил. Угу. Служил, да, верно. Служил, служил. Прошло. Именно служил. Тут комсомолец тоже, ПЛА комсомолец, капитан третьего ранга Мичман Инспенков, Ковалев, Валявин, Краснобаев. Жива подводника душа, хоть вечным стала погружением. Норвежское море, апрель 1989 года. Да, каждый год, мне кажется, что такое. Мне каждые три года, может быть, происходило. Вот. То ли они тонут, когда масштабные были, то, допустим, там эти погибели, тогда это была история известная. А какие-то там такого, что там бабум, что случилось, там экипаж, там 18 человек там погибло, мне кажется, это и история не была озвучена. Ну а кто 20 лет служил там НАТО? То, кто именно еще был срочником, мне кажется, обычным. Пацаны сопливые. Героем-подводником Североморцем, трагически погибшим 7 апреля 1989 года в Норвежском море на АПЛ «Комсомолец» при выполнении воинского долга по охране морских рубежей Отечества. Ну, видишь, тоже. Просто курсировали по своему этому. Обычная была служба, ничего такого, как бы, не... Ну, это я уже читал. 77 год, 2000-й, Бочков Михаил Александрович. Любимому сыночку и внуку от мамы бабушки Виталия. Да, 77-м родился. На год меня там был помоложе все. 77, я 76-го. В трагедиях на море. Тут много, значит, лежат уже. Или это, наверное, общий список, 18 человек, наверное, скорее всего. Разное время смерти у них. Это если... это может быть рождение, а смерть в одно время. Ну, там вот написано 2000 год. И везде сюда вот эти вот 2000 год. Это Баренцево море, которые были. Здесь разные даже эти подводные лодки. ПЛК-8, ПЛК-219, ПЛК-159. Здесь, мне кажется, вот ПЛК-47, допустим, 122. Ленка, ты дело давай заканчивай. Ты тогда нервного срыва, да? Какой-то лохматый какой-то овчарка. Были в храме, поставили свечи за здравие, поставили свечи за упокой родных, поставили свечи за упокой погибших. Там есть такое место, как отдельный уголок, это именно
что за сражение там, прочее. Церковь снимать нельзя, поэтому я категорически придерживаюсь этого мнения. Вот, и я не снимаю в церкви и на территории тоже. Поэтому фотографии какие-то я приложу, видео я не снимал. Поэтому, собственно, вот на стадии завершения мы сейчас побудем у этого креста. Таких два штуки. Один был, лежал в той стороне, вот, кладбищенской. Вот, и там видно он то же самое. Пока не восстановлен, там какая-то была вырыта яма. И видно, как было, наверное, фундаментирование. Его, в конечном счете, наверное, поставят. Но здесь видно, что здесь бюджет не занимается этим местом. Однозначно не занимается. Даже касается церкви. Вот этой церкви. Здесь то же самое, как бы стены там внутри. Такое все видно, такое... среднего уровня имеется в виду, потому что здесь храмы такие, видно, что там у них финансируют, делают и прочее. Вот. Такое все простенько, но хотя бы однозначно мы ознакомливаемся, видим своими глазами вот те руки, которые приложили к этому интерьеру и прочему, сделанному в церкви руками того времени, именно того времени. Хотя бы отнести хотя бы лет на 50-60. Мы это все видим. Потому что когда все это в церкви вырезано, и все красиво блестит и позолочено, и все в ярких цветах, это видно, рука этого времени приложена. Там есть старые картины, тоже писанные маслом. Есть даже вот такие вот еще овальные. То есть это вот видно. То есть придает такое впечатление, то есть именно старины. Поэтому впечатлило, да, побыли. Слава Господи. Теперь возвращаемся домой. Нам еще на пароме нужно будет перевалить на Севастополь уже сам, к нашему городу, где мы проживаем. Это страна северная. Вот. Она чем отличается? Она, это часть бухты, длинной бухты. Вот. Она отделяет, значит, Севастополь от другой части именно полуострова. И дабы самый ближайший транспорт, который можно добраться, это именно паром. Паром ходит на северную сторону, и радиогорка это чуть-чуть немножко другое. Ну, как бы в том же расположении, чуть-чуть только единственное левее. Вот. По удобству, в принципе, какую сторону ехать, правую или там или влевую. За ним уже находятся уже Кача и остальные там города именно. Это место как бы стоит посетить, потому что, во-первых, как бы здесь стоят вот те же самые там захоронения, именно старые, оно еще как бы там не переделано, то есть вот именно вживую видим вот именно крен исторический, те же самые там обелиску там или стелы, видно там ремонт как бы проходил, цемент такой некачественный, все это крошится, раз. Цемент здесь не практикуют в плане строительства. Вот ракушняк. Почему кирпичные здания здесь особо так не строят? Ракушняк, это имеется в виду проверенные камни, имеется с плантоном морским, именно там ракушки называют ракушняк, который не подвергается воздействию вот этих вот морских сред. Вот. То есть он практичный. Все, что касается цемента, все это вечно летит, высыпается, сыпется. То есть, как строительный материал здесь использую его крайне как бы редко, только единственное вот с зацеплением между собой там камня какого-то. Штукатурное покрытие, все это ни о чем. Елена Васильевна. Хорошо. Побыть как бы здесь стоит прийти хотя бы однажды.
Что, в принципе, мы и сделали. Благодарим за внимание. Приятного всем просмотра. Новые видео будут они. Мы с вами пока не прощаемся, пока не потухнет камера. Возвращаемся домой и все увидите своими глазами уже на обратном пути. Репортер. Этот сраный репортер взял свои штаны и подтер, дабы не было видно говна. Он наполнил сил сполна и покатился вниз под гору к своему дому дорогому. Вот такой стихоплет АЭС Сергеевич Мариненков. Всегда у меня какая-то происходит рифма, она как-то, как сказать, она выстреливает именно на том, что если какой-то я какую-нибудь хрень сгоражу, то есть на хорошее мне не хватает мысли. А вот что-нибудь такое прикола ради какой-нибудь сморозить, четверостишье, а то может быть и пятистишье, то у меня это получается. Так что вот так, ребят. Погода на улице шикарная. Мы думали, что будет нам холодно. Здесь как бы комфортно на самом деле. А когда пересекаем паром, вот именно на судне, блин, реально холодно, вот правда. Вот казалось бы, вот что такого. Вот сейчас мы идем, может, юбочки там, прочие там, кроссовочки. Даже у меня как бы ноги чуть-чуть вот как бы жарковато вот в кроссовках. Хотя они у меня, уху, я то ли это проходил, они были шикарнючие. Вот, по плане дышащей материи. А сейчас уже будем возле моря, там уже холодно. Поэтому многие думают, что если идти к морю, там подаем, и думают, что на улице будет как бы вот сейчас комфортно, хорошо, всегда говорю, одевайтесь, либо берите с собой какие-то другие вещи. Потому что всегда какой-то всякие набережные там прочее и хождение к морю. Даже моя рыбалка, которую тоже я знаю, на море всегда холодно, минусуете сразу минус 5 градусов, всегда. Конечно, здесь туристов немного, но они как бы есть. Просто что место такое находится, я вам говорил, по удобству, вот если ехать каким-то транспортом, то здесь это либо свои машины, но это в объезд такой, что дело сделать и крюк, что хо-хо. Мы, в принципе, затратили времени минут, наверное, 20 по городу от дома. Вот, спустились буквально от Лазарева до Арбухты, сели на паром. Вот, да, катились там минут за 15 сюда, на северную сторону. Тут же сели на автобус, буквально 5 минут мы уже поехали, за 5 минут мы приехали. Ну и, собственно, вот это вот хождение здесь по мемориалу, тут уже на ваше усмотрение. Можете пойти походить по всем обелискам, вот по всем стелам и, собственно, почитать, вот узнать все прочее. Может, кто-то ищет свои там фамилии родственные, вот, допустим, я, в принципе, их не искал и не ищу, слава богу, все мои, кого мои, как бы, знаю, близкие, они находятся на обычных захоронениях. Хотя бабушка говорила, что где-то одна была на Украине, вот, и даже мне уже тут на работе говорили то же самое. А ты, типа, не с тех крови, там, типа, есть памятник какой-то, Мариненко, только вот не помню, Ков или Ко, окончание, но какой-то вот именно Мариненков. Вот, и все так меня как бы сейчас и называют здесь Мариненков, хотя я Мариненков. Вот. Какой-то был там то же самое памятник именно какому-то там дворянскому роду. Хотя, конечно, вряд ли есть дворян. Если бы были в корне дворян, я думаю, что как бы мое финансовое положение было бы гораздо бы лучше бы. Ну, в плане, допустим, там, знакомством, прочего, всего такого. Увы, мы простые смертные, просто с похожей фамилией, больше ничего, абсолютно. Насколько ужасно современный мир. Спускаемся вниз, шум стоит, рев, гул, да? Шум такой стоит, ревазов какой-то, мацеевский.
Убит 1855. Ну да, в принципе, такие основные все-таки 1855. Тоже такая семья, такая, да, какая-то верующая. Это же они были там в храме, то они уже были не с вещами такие, все плохо. Тоже там, у них эти длинный сарафан был, я думаю, какие-то служащие вначале. А видно, сарафанчики сложили себе это как бы. Все. И вот пошли тоже так. Ну, многие почему-то. Сейчас надо посчитать чуть-чуть, это вот заснять. Якутск и Севастополь, города побратимы. Братским захоронением солдат и офицеров 42-го пехотского якутского полка шефствует администрация города округа город. Братского округа, город Якутск. Видишь как? Северянам, видишь, не все равно. Молодежь сидит, пиво жрет. Толпа народу. Боже мой. Сидеть на кладбище. Шумно вот так вот с пивом. С, опять же, с пакетами упаковок этих чипсов, всего остального. Люди, побойтесь Бога, ради Бога. Это даже не говорит о том, что там какую-то ценимую культуру нет. Можно прийти сюда, конечно, и перекусить, если ты проголодался, допустим, попить водички, то же самое. Но сидеть здесь ради отдыха на таком месте. Отсутствие нрава абсолютно молодежи. Полное причем. Причем полное. Причем полное. Не отчаивайтесь, эти грозные бури. Обрататься к села Ксексве, Россия. Святой Андрей. Все, я прощаюсь с вами, господа. До новых встреч.